ставку на итальянский акцент сделали в Национальном музее Республики Башкортостан. Так называется выставка, которая проходит в рамках международного фотофестиваля. Здесь представлены работы трех итальянских фотохудожников. Среди них Франческо Джорджио. Интересно, что он не профессиональный фотограф и любит фотографировать природу. Но однажды он сфотографировал Путина. Вот эта фотография. Мэр одного небольшого доминиканского городка взял себе такой псевдоним политический, и это действительно ему помогло на выборах победить. Путин в nome del sindaco di questo paese. А в соседнем зале проходит выставка фотохудожников из Татарстана. Среди них работы Султана Исхакова. Он, в отличие от своего итальянского коллеги, любит делать портреты. При всей, наверное, сложности жизни, вот та впереди предстоящая вот эта, неустроенность жизни, эти люди должны ее преодолеть, и они ее преодолеют. Вот какая-то вот такая мысль от этого изображения. А верхний снимок, хотя она и бабушка, но она оптимист, и оптимизм, который, глядя на это изображение, вселяет, наверное, в каждого, кто смотрит на это изображение. Выставка продлится до конца месяца. Кстати, фотофестиваль – это только часть международной акции «Природа, человек, культура». В планах гостей фестиваля – посетить Кармаскалинский, Абзалиловский, Хайбулинский, Бурзянские районы, а также город Сибай. По итогам фотовыставки будет выпущен альбом. Дарья Сафронова, Лилия Галямова, телеканал ЮТВ.